времени суток, уважаемые дамы и господа. Статья, которую сейчас озвучу, называется «Мотивировка на результат». Написана она 29 октября 2011 года. Итак, начинаю. Сегодня ответил статью Артему на его понимание поставленных мной трех академических вопросов. Ответил, но остался неудовлетворен своим ответом. Решил прояснить то, о чем писал Артему. Почему я сказал о том, что мотивировка на результат невозможна? Потому что результат – это следствие. Результат – это следствие игры, следствие противостояния, следствие борьбы стратегии и тактик. Как можно мотивировать игроков на следствие? Вы можете сказать, что не нужно ничего усложнять и просто мотивировать футболистов на победу. Вот и все, хорошо, согласен. Но что такое победа? Как игроку футбольной команды представить эту штуковину? Как? Ведь если четко представляешь свою цель, то начинает работать подсознание, которое обладает неслыханной мощью. Не буду расшифровывать работу подсознания и его потенциала, не тема. Скажу только то, что оно очень помогает в достижении поставленных целей. Итак, давайте сделаем попытку представить себе победу. Можно эту бестию представить так, как игру лучшую, чем игра соперника? Можно, но вы не знаете, как будет играть соперник. В этом вся и проблема. Вы можете представить себе победу, как 5 забитых мячей в ворота соперника. Это уже лучше. Но где гарантия, что соперник не забьет больше вас? Можно говорить о визуализации, это бесспорно будет работать. Но это не мотивировка. Это визуализация. Если уже говорить о мотивировке, то про победу как ориентир нужно забыть. Победа, кстати, это тоже следствие. Следствие борьбы с соперником. Мотивировать футболистов можно и нужно, но ни в коем случае не на очки в турнирной таблице или победоносные цифры на табло стадиона. Мотивировать нужно на достижение поставленных им целей, поставленных им и тренером целей в плане индивидуальной техники и в плане повышения командных кондиций через улучшение командной игры конкретного игрока. Пример. Если вы участвуете в розыгрыше стандарта, где ваша функция – остановка мяча после передачи для последующего удара по нему вашего партнера, то должны, просто обязаны добиться такого приема мяча, чтобы у пробивающего вообще не возникало даже мысли о том, что ему будет некомфортно бить. Если ваша роль в одном из тактических приемов – расстреливать ворота соперника с 25 метров, то должны добиться 80% попадания в рамку с необходимой силой удара с 5 разных контрольных точек. Как вы заметили, я не говорю о попадании в какой-либо угол, тройку, семерку или девятку. Если бы наши мастера всегда попадали в рамку, то результативность матчей поднялась бы минимум на 30%. Для того, чтобы вы отменно выполняли свое задание, вам ежедневно приходилось бы хотя бы полчаса поддерживать мышечную память ударов с этого расстояния. Если ваше участие в стандарте заключается в том, что вы рывком открываетесь в свободной зоне, получаете мяч и завершаете розыгрыш ударом по воротам, то обязаны как минимум развить хороший рывок. И если у вас нет хорошего рывка, то не верьте никому, что не сможете им овладеть. Упорная тренировка и в этом направлении обязательно даст результат. Если результат – это то, что только что перечислял и подобное перечисленному вещи, то на такой результат настраивать игроков просто необходимо. И последнее. Мотивировать можно и нужно на улучшение быстроты мышления на футбольном поле, на улучшение точности и силы удара, на качество приема мяча, на безукоризненное выполнение подката, на филигранное выполнение 3-4 способов индивидуальной обводки и так далее. Но не на победу, ничью, драку, бескомпромиссную борьбу и прочую глупость. На футбольном поле нужно выполнять тренерские задания через реализацию своего технического потенциала. Если вы это будете делать успешно, то будет и результат, будут и победы. У меня все, господа.